Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Delivery from the Pain. Так, у нас что тут? Готово или... Нет, не готово, только лишь посажено. Надеюсь, скоро прорастет, потому что, ребята, во-первых, я устал очень сильно. У нас нет забора, я только сейчас вспомнил об этом. Что у нас нет забора? Массовое пивоварение. Спать мне нельзя, да? Потому что если зомби... А они прорвутся, они придут, поверь мне. Они придут и задницу мне надерут. Поэтому... А что мне тогда остается делать? Я не знаю, если честно, друзья мои. А что мне делать? Эй! Хавчика у меня нету. Так, восстановить здоровье. Так, восстановить выносливость. Кровоточие. Может, улучшить восприятие. У меня хоть что-нибудь есть? У меня есть картофель. Есть кола. Боль утоляющая. Улучшить восприимчивость. И все. У меня даже оружия нету, друзья. У меня даже нет никакого твою налево оружия с собой. Как тебе такой расклад? Зато у меня есть серебряные сережки, от которых мне ни холодно, ни жарко. Не придется изготавливать биту. Простую, деревянную, самую начальную. Чтобы хоть как-то выживать. Да. Так, у меня созрела картошка. Друзья, картошка созрела, причем практически вся. Есть некоторые неудавшиеся кустарники, но это не страшно. Ой-о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 й. Ну что ты, Рэй, ну что ты посадил? Ты посадил пшеницу, блин. Ты посадил тупо пшеницу. Ну даже если я сделаю хлеб. Даже если я приготовлю сигареты. Но ведь это же ничего мне не даст. Я даже, если честно, уже забыл, где находится эта барышня. И надеяться на хорошую счастливую ночь, мне кажется, шансов очень мало. Подожди, что я делаю? Ё-моё, я уже забыл, как питаться, прикинь. Так, ну-ка. Это не то, что я хотел. Ну, если с едой еще хоть как-то мы можем выкрутиться, то как мне выкрутиться с усталостью? Как? Идти напропалую, бомбить их там всех. Я должен оставаться дома обязательно. Даже если я сейчас не лягу спать, а буду чисто, ребята, я не знаю, там слушать радио, еще что-нибудь. У меня закончится выносливость, и я все равно рухну. И придут зомби и сожрут нас. Смотри, смотри внимательно, что сейчас произойдет. Я уже на пределе, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, у меня здоровье уменьшается. Ну это крышка будет. Понимаешь, да, что это бесполезно? Чё делать-то? Слушай, а где у нас девчонка? В полицейском участке, да? В полицейском участке она. Нахрен я сюда поехал без сережек, без всего. Если мне не изменяет память, она находится у нас здесь.
Не понял. Чего? Бедная девочка, как она могла так умереть? Что это? Ублюдок, ты убил ангела. Ты будешь наказан за проступок. Надеюсь, Катрин не наделает глупостей. Ребенка убили. Фига себе. Вот это по... Это все вот этот чмо, по ходу дела. Он убил жирного, он убил ребенка. Этот, блин, как его, большой Билл или... Большой брат, вот, блин. Это все его дело рук. Я не знаю, ребят, я попробую сейчас еще кимарнуть, но мне кажется, что это бесполезно. Вот здесь все можно восстанавливать, да, получается, кроме... Кроме, блин, вот этого. То есть мы защищены от всего, от голода, от этого. Но, извини меня, вот здесь мы ничего сделать не можем. И забор я не могу, к сожалению, поменять. А мне бы хотелось бы, например, не железный, а деревянный. Фиг с ним, что он слабенький. Но зато я его мог бы починить. Вот такая бы стена была бы у меня защитная. Было бы вообще хорошо. Если я поставлю капкан, ну допустим, поставлю я капкан. Давай. Спасет ли? Вряд ли. Имеется один. Лимит до бесконечности. Как я вижу, аккумулятор у меня тоже, да? Сел. А, вот, капкан 1, капкан 2, капкан 3. Да не поможет, мне кажется, это все мне. Да ну нафиг, быть не может, ребята, помогло. Но выносливости не так, конечно, много у нас. Но помогло, капканы помогли и все-таки мне. Как ты видел только что. Так, ну что ж, давай тогда быстренько сделаем с тобой. Давай так, нам нужно перекусить. Обязательно перекусить. Но давай сделаем сигареток, чтобы расслабиться малька. Ну и картошечку тоже приготовим. Биту надо не забыть сделать. А я поставил капканы, да? На животных, я вот не помню. Так, пока, наверное, хорош. Давай едим. А чё так, так мало-то? Да подожди, ты нафиг ты мне выкинул картошку-то? Я хотел ее сожрать. Так, это все выкладываем. Возьмем пилюли. Я не знаю, ребята, какой эффект они сейчас дадут мне. Да ебарсы ты. Никакого эффекта не дала. Пилюли это... Так, значит, что мне нужно починить? Фильтр циркулярный. Да он пока нормальный. Биты, биту надо, конечно же. Две штуки сделаю. Ну и отправляемся, где и были. Так, у меня с собой есть эти отмычки? Отмычки есть, все, прекрасно. Давай съедим вот эти карамельки. Ничего ровным счетом нам почему-то не дают они. Да ядрен матрен-то. Экипировать я хотел, экипировать.
Блин, может быть, мне не надо было. Да я вроде бы все старался сделать, чтобы этого била. Избавиться от него. Так, еще здоровье у нас. Все, прекрасно я себя чувствую. Так, ребят, погнали, короче. Санаторий Уэверли. Отправляемся здесь, мы тут не все долазили, допролазили. Так, надо вспоминать, давно не был. Значит, бежим на лестницу. Блин, до этой лестницы еще вечность бежать. Не туда, что ли, пошел? Нет, все туда. Угу. Да не ори ты, достал уже. Заколебал уже в корень орать там. Ненормальный. Стоп. Значит, отсюда выходить еще надо выше этажом подниматься. То есть, получается, на самый верхний этаж. Ну ладно. Ядрен, матрен, я это и не увидел, гадину. Тут ты вообще такой. Амбал. Ну, бита это, конечно, это полный трэш. Куда он идет-то? Но я ему со спины нормально, ребят, задел. Хорош. Шмонаем быстро, быстро, быстро. Фигня. Фигня на самом деле. Так, у нас и тут, что ли, еще лестница есть. Там, походу, я... Да, я там был. Значит, нужно... Блин, их тут двое. Увидел бы хотя бы хоть кто-нибудь. Лучше, конечно, вон тот бы меня увидел бы, побежал бы за мной. Увидел? Так, подожди, он... Так, а этот будет здесь теперь шоркаться, да? Или он пойдет все-таки обратно? Ненормальный какой-то. Ребят, у меня бита сломалась. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Самое обидное, что их нельзя залутать. Вот, вот это вот, конечно, не айс. Так, я вот не знаю, я там, по-моему, дальше я не был, потому что вот как раз вот из этих вот юродивых. Так, это хлопун.
тут есть и вообще смысл-то? Я ничего там особо такого не вижу. Вонять будем сейчас. Теперь мы будем вонять. Теперь нас любая дрянь здесь будет видеть, слышать, блин. И ничего не сделать. Бежать надо, у меня здоровья, ребята, нету. Или он восстанавливается по чуть-чуть? Оно по чуть-чуть восстанавливается. Фигли мне прятаться, ребята. Они же все равно меня преследовать будут. Я же воняю за версту. Да. Я воняю за версту, и потом эти говнюки, блин, бегут ко мне. Называется, полутаться не получится. Прикинь? Тут жуки эти появились. Я не знаю, ребята, откуда они берутся, эти ублюдки. Вон они, они был... А, все, понял. Эти жуки появляются из трупов. Да ты будешь твою налево, блин, открывать дверь, это придурочный, блин. Да, они из трупов появляются. Красавчики. Они меня заплюют сейчас. Здоровья не так много, ребят. Где бы я ни проходил. Вон. Ну все, плевуны, хорош. Как тебе такой расклад? О, поставка, ребят, у нас какая-то. Ты умираешь, чтобы продолжать меня доставать? Хорошо, раз уж я выбрался из могилы, я дам тебе то, о чем ты просишь. Так, помоги, зомби такие сильные, помоги, мне нужны ресурсы. Мне нужны ресурсы. Помоги мне, нужна помощь с ресурсами. Хорошо, я дам тебе немного ресурсов, но расходы их с умом. И что же он мне даст? Что же ты мне дашь? Подожди, у меня инвентарь забит. Сейчас, друзья мои. Сейчас, подожди, приготовим. Что-нибудь перекусить. Черный хлеб все-таки намного питательнее, чем оказывается белый. Ну, допустим, сделаем так, что... Блин, выложить надо. Что тут за ресурсы-то хоть мне дал? Мне хватит это, чтобы починить забор, чтобы я мог спокойно поспать. Да, хватает, ребят. Так, подожди секундочку. Что? Ой, мне хватает и оружия сделать себе. Слушай. Только вот что лучше сделать? Я думаю, что, наверное, топор я все-таки сделаю.
Только вот какой? Наверное, вот этот вот. Я сделаю топор и... Давай изготовим ловушки. Будем надеяться, что зомби сюда не пробьются. Так, топор есть. У меня оружие же есть, по-моему. Такое, покоцанное, да? Производственный справочник. А я что, не читал разве его? Люди не могут жить в токсичном дыме. Для решения этой проблемы необходимо создать против... А, ну все, это мы читали, противогаз. А, для дробовика есть патроны, конечно. Но дробовик уже, наверное, делать поздно. Или все-таки хватит у меня? Нет. Сделаю 50 патронов. Починить можно? Могу я починить ствол. Так, ну и теперь отдых. Спать до утра. Слушай, ребят, нам повезло. Вот единственное, что непонятно, почему выносливость копится так долго. Убираем это. Так, это убираем, 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 убираем. Это, вот это оставляем все. Единственное, что нам, наверное, еще надо будет взять отмычку. Ну, на всякий случай, потому что... Что-то мы найдем по пути, не знаю. Так, съедим пилюлю. Глядишь, может, еще какой эффект даст нам. Так, водка, консервы, сигареты. Так, давай. Покурили. Выложили. Возьмем картошку. Зачем нам картошку брать, если мы можем просто подойти сюда и сделать все, что нам заблагорассудится. Почему так выносливость-то, вот эта вот фигня? Не нравится мне. Что? Значительное увеличение обаяния позволяет вам получать больше скидки товары. Так, ну исчезает после сна. Скидки-то понятно, ребят, но... Так, нам нужна картошка. Если честно, я бы еще кимарнул бы целый день, но... У нас не так много выносливости. Ну что, либо супермаркет, либо... У нас дофига. Ребят, давайте в супермаркет отправимся. Потому что в санатории Уэрли... Ну, мы практически там прошарились, а вот в гипермаркете... Тем более у нас есть сейчас топор. У нас есть топор, экипируем, есть. Необходимая, это вынужденная, ребята, была мера. Давай смотреть. Угу. Бутылка чего, рома какого-то, да? Не знаю, ром или что, ну, алкоголь. Так, и здесь мы тоже были, по ходу дела. Я сейчас этого жарабаса попробую сзади, со спины. Топориком-то накрит. Воу! Топор накрит. Просто, ребята, его вырубил. Блин, всякие шоколадки. Интересно, вот этого мы сможем вальнуть сразу? Но с двух ударов. Топорик держит марку. Давай вот это нахумарим. Идеально валим.
Тут еще и сейф, как раз то, что нужно. Так, надеюсь, не услышат. Это что такое у нас? Тухлый жареный картофель. Я подниму все, вот здесь почитаем. Прошла целая неделя с момента выпуска Fight Energy препарата Fe585. Он продается по всему миру. Fight Energy поглотила достаточно ресурсов, но спрос на рынке был чрезвычайно большим. Люди кричат об их энтузиазме и о вступлении в совершенно новую эру. Сегодня Fight Energy преподнесла нам еще один сюрприз. Они пообещали, что прибыль от Fe585 будет использоваться для оказания гуманитарной помощи и отправки препарата в бедные страны для улучшения качества жизни живущих там людей. Так, погоди. О-хо-хо-хо-хо, крикунья. Так, жирного я вольну. Мне надо крик... В плане. Она ничего не успела сделать. Ну и правильно. Так, бежит этот псих. Тут еще один этаж будет. Может быть, оно и к лучшему. Так, разберемся сейчас по-бренькому со всеми, чтобы можно уже было спокойно здесь лазить. Так, прекрасно. Сталь, кожа, ткань уже будет у нас. А мне бы помимо помимо металла, меди бы еще. Рюкзак полон. Ты знаешь, я вот хлебушек как-то, наверное, отложу пока. Гнилой хлеб у нас не в приоритет. Увидел. Получается, топорик пожарный, наверное, будет еще круче. Наверное. Так, у нас есть консерва. Что-то уже очень, ребята, радует меня. Лута еще здесь дофигища. Так. Услышала гадюка. Ладно, фиг с ним. Я пойду пока вот этот открою сундук, ящик. Так, а здесь у нас два этажа, да, получается? Ух ты. Блин, тухло консервированное мясо. Так, мы почитаем газетку эту. Недавние террористические атаки были доказаны правительственными тайными группировками. Большее количество улик свидетельствует о том, что это не запланированные атаки. Вместо этого многие люди потеряли свою человечность и стали вести себя агрессивно, подобно зомби. Причина возникновения этих случаев и того, является ли это инфекционной, еще не подтверждена. Все больше и больше населения испытывает мутации. Мы советуем вам сидеть дома и оставаться в безопасности. Мы надеемся, что эта катастрофа скоро закончится. Да пребудет с нами Бог. На Бога надейся, сам не плашай. Помнишь, да? Картошку я, наверное, заберу. В общем, сюда надо будет обязательно идти еще раз, ребят. Обязательно. Это было тупо и глупо с моей стороны так сейчас сделать. Со спины, конечно, лучше. Во-первых, мы сохраняем с тобой прочность оружия больше нам, потому что меньше нас нужно бить. И все-таки критуем со спины. И тут еще, не забывай, есть второй этаж. Ну, на втором этаже эти зомби, блин. Точнее, там даже не то, что зомби.
Там противность заключается в том, что ты убиваешь зомбаря, и вместо каждого зомби встает эта личинка. Бесявая личинка, которая плюется ядом. Это не может не раздражать. Блин, а? Тварь. Да понятно, что все сейчас унюхают, блин. Все. Всякая мразь, кому сейчас не лень, будет идти на меня. Что это такое у нас? Определенный предмет. Ну, я вот, например, сел. И где? Чтобы тут что-то было, определенный предмет. Где он? По карте показывается ли как? Не знаю. Знаешь, что я опять покоцанный. Это, видимо, от взрыва. А жирный меня типа не чуял, да? Типа стоит, ему было по барабану. Тут меня учуял за километр, уже побежал с объятиями своими. Короче, в этот универмаг нам нужно будет возвращаться. Так, где у нас выход? Выход у нас наверху. Я сюда еще вернусь, потому что слишком много лута всего оставил здесь. Дарить я, само собой, его тут не собираюсь. Тем более тут два этажа. Да и вроде бы как бы ресурсы более-менее путевые, то, что мне нужны. Блин, может быть, к этому Биллу как-то зайти домой, да ему хлебало начистить. Убил там всех, блин, а? Утырок несчастный. Так, давай мы тогда будем перерабатывать вот это все. Рюкзак полон, я понял, в чем суть. Так, теперь перерабатываем. Это в дерево. Это там в кожу. Это в тряпки. Это в железо, в сталь. Это в порох. Вот так вот, да, получается. Починить получится у меня топорик. Генератор вот починить бы. Как бы хотелось бы. Ну, видимо, я пока не буду. Так, еще пластик тут у нас. Доски это все выкидываем. Патронов, наверное, будет надо еще сделать. Нахрена ты съел? Я хотел пластик переработать. Он съел, взял, захомячил, а? Ну, вода в баках пока есть. Пока есть, я не знаю, ребята, стоит ли... Патронов бы, конечно, да, сделать вот не помешало бы. Патроны мне нужны. Так, патроны, отмычки. Почему я топор не могу починить? Ну что, спать? До утра. Я даже немножко удивлен, что зомби не приходят. Но более-менее восстановился. Так, давай посмотрим, где у нас там с картошкой что. Которая более-менее такая уже, можно будет ее приготовить.
Поджарить. Так, курнем, наверное, еще. Дай-ка я, наверное, хлеб этот съем, ребят. Гнилой. Ой-ой-ой-ой-ой. Таблетки от диареи. Блин. Нет. От диареи. Где они? А, у нас настроения нету. Тут я не туда смотрю. У нас настроение просто упало. Ты задолбал уже с этим, со своим хлебом. Хлебом не корми, дай хлеба пожевать, гнилого. Давай сделаем так и так. Этот хлеб выложим. Расслабился? Молодец. Так, и книжку читкани. Блин, ну книжку читканул, у него усталость повысилась. Да я просете, блин. У нас не понос, так золотуха. Все одно к одному, блин. Таблетки от диареи. Кстати, да, надо сделать. Так. Давай так, наверное, сделаем. Пивоварение. Еда у нас фул. Да все, ребят, я побежал опять туда, куда я бегал, где был. Там очень много чего есть, всякого. Тут у нас сейчас еще и патроны, да, 50 сверху я взял. Топор, да, топор, ребята, сломается буквально очень скоро. Не, гнилая еда восстанавливает здоровье. Причем она восстанавливает здоровье больше, чем нормальная целая еда. Но негатив по здоровью, конечно, и настроение очень сильно сказывается. Так, мы сейчас здесь попробуем все осушить. Как говорится, вот эту всю ячейку собрать здесь, весь лут. И потом уже перебираться, наверное, на второй этаж. Если, конечно, здесь все у нас поместится. Гнилой хлеб, чего только нету. Причем я даже немножко удивлен, что хлеб нам просто расстройство желудка сделал, а не убил нас. Все-таки он плесневелый, хотя пенициллин, ребят, антибиотик натуральный, естественный. Так, что здесь у нас? А что это такое вообще? Это, некачественный парфюм. Но мне кажется, что парфюм уже нам не нужен, потому что, ну, кого нам тут соблазнять? Слушай, где-то я что-то, ребята, оставил. Судя по полоске, где-то я не долутал. Где-то я не долутался. Может быть, вот в этой стороне? Да нет. Тут все чики-пуки, скажем так. А где же тогда? Тут больше особо не разгуляешься. Очень интересно. Но это уже на другой этаж. Не пойму. Где твою налево? Я что-то пропустил. Может быть, вон там? Там вот я не бегал еще, наверное. Вот здесь вот. Да, пропустил этот момент. Заберем. И последний лут. Вот он, скорее всего, здесь. А второй этаж у нас, как обычно, будет ядовитый.
Ну, ядовитый, я имею в виду, там будет, как всегда, газ. Так, стоп, лестница. Лестница прямо у нас идет. Вот она. Ну, там газ будет. Чё-то у вас тут, ребята, по-моему, переборчик. Разве не так? Взять да расстрелять их всех, да? Как варик. Порычи где-нибудь в другом месте, в туалете, блин. Зато сразу зачистку сделал офигенную. Так, и не забываем, что эти ублюдки сейчас будут превращаться в жуков. Определенное количество времени пройдет, и они начнут, ребят, превращаться. Так что не обольщаемся здесь особо. Прекрасно. Да хорош. Он типа услышал что-то все-таки, да? Что у нас тут? Тут, ребят, тоже очень много всяких хороших ресурсов. Тогда мы сделаем здесь зачистку. Блин, это вонючесть. Вот так вот. Взорвалась и своего же, как говорится, уничтожила. Круто. Так, может быть, это поменять? Я не могу сказать, что это у меня в приоритете. Гниль. Смотри, я лутался, тут... Посмотрим, что тут. Угу. Попробую вот этого накумарить. Ой, не то. Хотя, какая разница. А с этим я так, топориком разберусь. Ну, че ты там бежишь? Храмуля. Патронов надо будет еще сделать. Смотри, сколько здесь лута. Я только вон капельку здесь подсобирал. Повышает дух и выпиваем. А, вот он, ребята, повышает где. Понял. Выкидываем вот это вот. Гниль оставим пока здесь. По крайней мере, я буду знать, что в этих магазинах осталась только гниль. Если вдруг мне захочется ее пособирать. А нормальные предметы мы будем брать. Ловушка. Если я выпью. Трындец. Выпил, блин. Ну что там, газетка у нас? Большой брат объявил, что денег больше нет. Отныне наши основные нужды будут определяться в соответствии с потребностями. И больше никакого размножения. Больше никакого притеснения. Каждый соберется вокруг большого брата, чтобы мы вместе могли построить наш идеальный новый мир. Тем не менее, большой брат
также указал, что с распространением не пожнешь плодов. Каждый человек должен трудиться, чтобы заработать GG 1118, чтобы оставаться бессмертным. Мы должны понимать, что невоспитанные люди не ценятся в нашем мире, поэтому их будут изгонять. Не забывайте, большой брат следит за тобой. Да этот большой брат, по ходу дела, беспредельщик, каких свет не видывал. Вот тырок, блин, несчастный. Так, тут гниль. Ай-яй-яй. Эту гадость надо валить. Ублюдину эту несчастную. Смотри, я сколько лута собрал, ребята, еще тут столько же и осталось. Где эта мразь? Сейчас я ее бомбану нафиг. Отлично. Как хлопушка улетела. Так, карту можно глянуть? Слушай, ну тут все. Тут не такое большое здание. А почему столько много лута? Я что-то не могу понять. Как бы лута много, а я... Я оставляю здесь только гниль. Попытаюсь, по крайней мере, оставить только гниль. Так-с. Щитканем. Группа DFP одержала победу. Всего 116 выживших из ближайшего города Джонстаун были спасены. Они присоединятся к нашей большой семье, как только возможность мутации будет устранена. Будем рады новым друзьям. С момента создания нового кочега прошло 4 месяца, и наше поселение увеличилось до 460 тысяч человек. Однако Большой Брат утверждает, что это еще далеко не максимум. Спасибо, Большой Брат, за вашу дальновидность. Спасибо, Большой Брат, за ваше любящее сердце. Спасибо, Большой Брат, за ваше мудрое решение. Большой Брат следит за тобой. Какие-то фанатики тут со своим братом этим ненормальным. Что опять там шипит? Упс. Понятно. Я думаю, никому не надо объяснить, зачем я это сделал. Это тварь орет, которая орет и со... Все. Ребята, у меня еще и топор кончился. Можете меня поздравить, блин. И патронов нет. То есть... Сам понимаешь, да? Что я сейчас буду делать? Конечно, сматываться отсюда. Во-первых, оружия у меня вообще никакого нету. А он что, за мной бежит, что ли? Да ёпрст, куда бежать-то? Где это-то? Я забежал не в то крыло. Ой. Вот они, ребята. Они превращаются. То есть каждый зомби... Видишь? Превращается вот в этого жука. Их очень много. Да ты... И чё, блин, опять что ли вот из-за этого сейчас, блин, попадем, да, по полной программе? Я себя сейчас в тупик загоню просто-напросто, в идеальный. Я не успеваю, ребята, выйти отсюда, понимаешь? Они бегут за мной и... Ну... Вот такой вот попадос. В тот раз так меня и уничтожили эти гады. Они просто мне не дали выйти. Так, нам надо будет тогда оружие ближнего боя дофига брать. Так, я иду правильно, да? Валим отсюда. Нет, не в дом. А в укрытие. Ну вот. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Это разбираем. Это разбираем. А жрать я пока не буду, вроде бы нормально все. Забор целый. Это мы починим.
Так, починим воду. Даже не знаю пока. Пока не знаю, ребят. Хавать я не хочу. Парфюм дешевый. Так, картошку выкладываем здесь. Пока с едой более-менее нормально. Патроны. Патроны и оружие ближнего боя. Оружие ближнего боя, ну, как видишь, мы только тесак можем себе позволить. Нет, блин, аккумулятор нужен. Получается, все-таки, как ни крути, чтобы делать предметы. Вот оно что. Вот оно что. Блин, как ты дорого обходишься, а? Топорик. Видишь, энергия нужна, ребят. Я сразу, наверное, 50 сделаю. Удобная деревянная кровать. Давай сделаем, чтобы нам было спать комфортнее, да? И восстанавливали мы больше сил. Так, теперь давай залечимся по здоровью, посмотрим. Тут норм. Вот это вот, таблетки от диареи. Я их вообще умею делать? У хлеба нету... Подожди. Ага, диарея, блин, травы нету. Кровать у нас теперь нормальная, путевая. Изучить. Так, продвинутые технологии. Так, значит, топор, отмычка, это мы поставим. Ну что, я спать до утра, ребят. Пришли, ублюдки, а. Я не вижу, чтобы у меня тут, блин, нормально поднималась выносливость. Ну нету этого. Запускаем, да? Ну что тут у нас? Патроны. Так, во-первых, я хотел сгонять сюда, поставить ловушку. У нас тут стоят уже, у нас тут ловушек немерено, ребят. Ловушек у нас немерено, а толку никакого. Никакая животина к нам сюда не хочет попадаться. Обидно. Ладно, то, что я не перекусил, это фиг с ним. Давай я гипермаркет этот все-таки полностью дошмонаю. Дальше у нас там гостиница «Зеленая красота», магазин «Орм» надо будет допройти. Ну что, сразу бежим тогда на второй этаж. Так, по патронам давай перезарядку сделаем. Патронов более-менее хватает. Надо было, конечно, еще ружбайку взять на всякий случай, ребят, потому что патроны у меня есть для ружья. Не пугай меня так. Патроны у меня для ружья есть, а самого ружья, к сожалению, нет. И... О, сейчас, подожди, сейчас же твари будут. Они тут как тут. А эти что-то не срабатывают, что-то не хотят идти. А, они типа спали. Такое себе удовольствие на самом деле.
их тут дофига. Если я сейчас их втихаря буду бомбить. Как бы топорик хороший, мощный, ребята. Главное, чтобы эти гаденыши больше не жевали. Давай, превращайся ты. Так, и вот так приходится с каждым теперь, да, драться. Че, гниль возьмем? Гниль взял не потому, что она мне нравится, а потому что найдем, ну, незалутанное место и поменяемся. А так она меня, по крайней мере, смущать не будет. Почему ты втихаря идешь? Тут что-то есть, я что-то не вижу ничего. Так, ну вот, например. А почему... А, вон они, жуки эти, понял. С удара. Тоже непонятно, ребят. То он втихаря бежит, то бежит со всех ног, со всей дури. Зачем так делает? Так, это гнилуха. Сейф. Лучше все-таки тот топор делать, брать. Хотя и... Ну, не знаю, ребят. Он очень, ну посмотри, он пока размахнется, пока ударит, ну такое себе. Такое себе, ладно, зато сейф мы нашли. Давай посмотрим, что у нас тут в сейфе будет. Ну открывай ты уже быстрее ты его. Гнилуху я брать не хочу. Хотя, ты знаешь, гнилуху я возьму, я ее выложу туда поближе, чтобы сюда потом не бегать просто-напросто. Хотя это можно отмечать каким-нибудь черепком, чтобы я знал, что его эти ящики смотреть не стоит. Типа там гниет. Давай так сделаем. Это что у нас такое? Читать. Ты видишь это сообщение? Не ходи. Ты должен понять, что ложь, а что правда. Вот, например, здесь можно сделать вот так вот. Все, я буду знать, что здесь гниль. Так. Ну, типа залутался. Но мне кажется, что-то я все-таки пропустил. Половина полоски еще. Здесь гниль, да? Я сейчас ее в один этот положу. В одно место. Жалко, нет какого-то такого перерабатывающего станка, чтобы можно было гниль туда закинуть, добавить немножко специй, там еще что-нибудь и, ну, более-менее приемлемая пища, чтобы получалось. Так, а здесь я не был. И там, там у нас тоже что-то да есть. Они сейчас превратятся, да, в этих жуков.
паршивых. Я еще вижу, там прикунья идет. Подожди, нет, это почитать. Я очень доволен недавним прогрессом с Ал. Но он еще далеко от совершенства. Я позволю ему подключиться к Джонтауну. По крайней мере, эта система работает. Скоро мы отправим его в интернет. Его можно улучшить по пути. Похоже, что Люков у Уиспер будет сохранен. Позже мы должны работать над частью размножения. Было бы кошмарно, если бы население не могло эффективно контролироваться для бессмертного королевства. Никакого размножения означает отсутствие свежей крови. Нам нужны лучшие решения для создания сильных и устранения слабых. Услышала, падла, да? Готова, мразь. Ну и, судя по всему, да. Давай, плюси. Не хочешь, как хочешь, я тебя тогда завалю. Так, я был здесь, нет? Так, я не понял, они все-таки... Они по повтору оживают или это уже свежие, не пойму. Ну что я могу сказать, что это здание мы, ну, залутали полностью. Здесь больше ничего нету, только лишь на выход идти. Так, выходить. Так, мы опять болеем. По ходу дела они заново, ребята, встают. И вот это вот самое паршивое. Да, они заново встают. То есть мы их убить окончательно не можем. Ну-ка, да? Они просто как бы засыпают и просыпаются заново. Это паршиво. Почему я не могу от этого яда избавиться? Блин, если бы я бы избавился бы от яда, можно было бы ходить там спокойно. А так нифига. Так, ну что, я, наверное, вернусь на базу. Или все-таки надо запомнить, залим, ну, полностью проверен, скажем так. Я автомобильный завод, наверное, все-таки позже пойду. Пойдем отдохнем. Отдохнем, немножко приведем себя в порядок. То у нас вообще что-то и со здоровьем нехти, и с пищей тоже не камильфо. Это я все на разборку. Быстро добавить. Так, топор остается у меня в руках. Здесь мы сделаем, наверное, картошечку. Пожарить ее надо будет. Так, хлеб все-таки портится, ребят. Плохо, что он портится. Прям вообще нехорошо. Починим тачку. Больше здесь пока ничегошеньки нету. Давай картофан тогда делать. Ага. Так, сделали, да? Из какого-то картофана сделали, непонятно. Который у нас, видимо, здесь был, да? Он не тратит картофель, который в инвентаре, а он вот так вот делает. Ладно, едим.
Что ж ты все выкидываешь-то его? Так, далее. По здоровью. Таблетки от деревьев. Ну, травы нету. Нет травы у нас пока. Не могу ничего здесь сделать. Оружие ближнего боя. Что у нас там опять? Вообще не хватает, да? На тесак только лишь. А чтобы дробовик сделать... Подожди. Чтобы сделать дробовик, что нам надо? Медная проволочка, все понятно. Тогда патронов еще сделаем. Ну и киморнуть до утра. Зомбарей нету. 69 дней, ребята, выживаем. И, конечно, без помощи поставок. Думаю, я бы тут уже бы давно бы был бы трупиком. Дух этого нам помог. Дух воина. Так, у меня есть сигареты? Сигарет нет, получается, да? Ать-ать! И не отменить уже, блин. И не отменить. С таким смаком затягивается. Так, выкладываем. Ну что? Побежали тут. Так, что у нас тут-то? Тут скоро сготовится, да? Погнали тогда, наверное, на автомобильный завод. Посмотрим, что у нас там. Вообще, что я должен здесь-то сделать? Вот что меня интересует. Это большой брат, да? Все состоит из каких-то комнат. Давай пойду сюда для начала. Крикунья вшивая. Потенциальные жуки, ребят. Так, берем. Услышала. Услышала погоня. Так, надо здесь отметить. Гнилуха. С удара просто тюш, отлетела. Кикимора болотная. Что-то, по-моему, там их дофига. Идет. Блин, ты же сколько жуков будет? Ты представляешь, сколько здесь будет жуков? Это чисто тупик.
Ауч, сейф есть, ребята, а? Отмычку я, как всегда, забыл взять. Две отмычки надо. Что-то я разухарился, по-моему, на стрельбе-то. Зря я так. Я же говорил, зря я так. Патроны, блин, кончились. В общем, ребят, сюда надо идти с этим. С отмычками. Сюда надо будет идти с отмычками. Блюдский жук, а? Так, получается, еще тут две комнаты есть. Одна из них, вот она. Посмотрим, что у нас тут припрятано. Отлично, нужны ресурсы, очень нужны ресурсы. Не видела меня. Это тухлая тушенка. Ладно, возьмем. Не стал идти, да, сюда? Если я ему со спины сейчас по хребте не надаю. Нормально, половину хп сразу же сдуло. Ага, чисто хавка. Нет, надо, ребята, идти за оружием, за патронами. Потому что топорик сломается, а потом я не смогу здесь ни защищаться, ничего. Закромсает. А чё этот хмырь? Я не видел флота некоторое время. Что с ним случилось? Он умер. Что? Что случилось? У меня была ужасная ссора с ним в последний раз, поэтому я решил обучить его. Потому что он не верил, что он сможет сам выживать по себе. Если будет все время просить помощи. На самом деле, я полностью согласен с тобой. Если бы ты сказал ему раньше, то все было бы по-другому. Черт, что ты имеешь в виду? Мой глупый брат... А, ну мы это мы читали. Глупый брат. А, кстати, брат-то где его? Он убил его, что ли? Своего братишку-то этого. Жарабаса. И вот квартира большого брата. Мне кажется, мы его должны будем завалить и отнять у него ключи. А как еще тут, ребята, лутаться? Согласись. Подожди, а разве так там было? Просто, по-моему, в тот раз мы заходили, здесь все было заперто, закрыто. Ну, есть, конечно, я чего-то не путаю. Так, я этого хмыря сейчас попробую со спины. Даже очень неплохо, ребят, мы его пробили. То есть, получается, в живых остается только брат. Еще две девчонки должны быть здесь. Где они только, я не знаю. Профессор ушел, якобы ушел, еще не факт, что он ушел. Записку-то мы читали, но...
Что это за звуки сейчас были? Что это сейчас были за звуки? Гнилую еду я, наверное, здесь оставлю, чтобы с ней не таскаться. Или как? Или таскаться с ней? Нет, не будем таскаться. Вот так вот я сделаю. И отметку поставим, что это гниль. А, этот домик еще и двухэтажный. Вот оно как. Так, ребят, по-моему, от деревьев что-то нашел. Топорик-то все уже на грани. Я тебе так скажу. Иди сюда, утырок. Ну ты будешь бить того, ёпрсты, блин. Идиот, кусок. Пока замахнется, блин. Пока там, я не знаю, это финиш. Не надо, еще крикуни тут, блин, мне не хватало. Она идет сюда, да? Эта мразь идет сюда, ребят. Угу. Хотел откать. Кричать, не кричать. Но уже было поздно. Замечательно. Так, ребята, возвращаемся, потому что, во-первых, время поджимает уже, как ты видишь. Да и все-таки. Ведь не туда. Да и надо будет сюда идти, но с более пустыми карманами, чем в данный момент. Погнали в укрытие. Ну, тогда я был в квартире Джо, у него, у этого большого брата, у него было заперто там. Сейчас же все открыто. Я, наверное, пока ничего не буду здесь, ребят, сажать, потому что картошка быстро созревает. Она у меня будет сейчас портиться просто-напросто. Так, это все выкладываем. Порох. Добываем. Ткани. Тоже получаем. Ну что у нас тут есть? Топорик. Я его... Да, я его сделаю. И патроны. Патроны. И еще, наверное, патронов сделаем. А, нет, не получится, ребят. Хотя почему? Получится вот еще 25. Итого 85 патронов. Но они быстро тратятся моментально. Ребят, еще один топорик я сделаю. Топоров много не бывает. Блин, вместо топора надо было, наверное, отмычки делать. Тупанул, как всегда. Есть отмычки у меня? Нету. Эту гниль возьму с собой, я ее выкину нафиг. Надоел, хотя нет, пускай лежит. Нет, отмычки есть, ребят. Отмычки у меня есть, все окей. Все окей, тогда получается выкидываем топор. Надо экипировку снять вот. Так, хлеб едим. Это, да ёпрстая машинку, то разбираем. Починить могу. Алюмишки не хватает. По здоровью, что у нас там? Блин, ты... Дизентерию, я не знаю, как мне ее, от нее избавиться. Нужна трава. Травы такой у меня нету.
Давай до утра спи. Какой час, блин? Угу, прекрасно. Давай готовить хлеб, фиг с ним. Буханку белого, буханку черного, да? Массовое пивоварение, пускай будет. Так, поглощаем. Алкоголь выкладываем. Топорик один выложим. Ну, остальное, в принципе, все. Так, где у нас... Где у нас там очень много ловушек, ты помнишь? Ой, ловушек сейфов. На автомобильной заправке, да, по-моему? Так, сейчас мы квартиру большого брата полностью обшмонаем. Мне кажется, второй этаж, надеюсь, там не будет все-таки газа. Не хотелось бы. Так, насколько помню, здесь мы оставляли гниль. Здесь, наверное, тоже гниль. Сейчас проверим. Нет, нифига себе гниль. Тут нормально все. Так, я опять не вооружился, блин. Бегаю с голой жопой. Этого халабуду сейчас накажем. Пускай, ребята, он это... Не такой мощный, но он быстрый, этот топорик. Отлично. С этим надо разобраться, наверное, говнюком мелким. Ходит там, нервирует меня, если честно. Фига он там. Языка плюй. Порох потенциальный. Так, здесь что у нас? Отлично, травушку нашли. Но не та, по-моему, которая нужна для антибиотиков, для диареи. Храмуля идет. Сейчас мы его накажем. Куда ты идешь-то так далеко? Он типа услышал, что ли, да? На. Упс. А тут, оказывается, еще и крикуни у нас. Перезарядочку. Тварь. Просто тварина. Ой. Не понимаю я, почему иногда, блин, убивает сразу же, иногда фиг. Такой огромный дом, сколько тут этих-то? От этого надо держаться подальше, потому что он сейчас языком своим начнет тут. Вроде как все. Но дом огромный. Дом просто, ребята, огромный. Отлично, травушка. Вот это как раз та трава, которая нужна нам для лекарства от диареи. Ты слышишь звуки? Как будто что-то такое бурлит. Или бубнит кто-то.
В плане рюкзак полон. И мне вот это надо. Хороший ресурс. Балки или что это там у нас такое? Вообще шикарно. Так, заменяем на картошку, потому что картошка у нас, слава богу, есть. И вот теперь посмотрим второй этаж. Зеленый оттенок, значит, там все-таки, наверное, радиация, как всегда, да? Нет? Оу-оу-оу-оу. Погоди, а что у вас так много здесь? Смотри, это что такое? Чего? Мне вот это не нравится, фигня какая-то. Блин, курточки-то хорошо. Я-ка этого гаденыша шлепну. А если не буду эти яйца трогать? С удара, хорошо. Слушай, а может быть надо было их трогать, а? А если не вылупится потом? То есть с каждого вот этого вылупляется личинка, да? Но если, например, возьму автомат. Они уже все патроны потрачены. О, медь, 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 медь. Вот она как раз-то мне и нужна, ребят. Медь это. Я бы даже никогда бы не подумал, что я буду оставлять, ребята, картошку вместо ресурсов. Представляешь? Даже подумать мог. А вот оно происходит именно сейчас. Я забираю ресурсы. Они у меня в приоритете. Чем картошка? А знаешь почему? Потому что у меня картошки дома, ну, просто немерено. Она гниет. Если бы она была бы, ну, каком-нибудь холодильник там или еще что-нибудь, чтобы она хранилась, конечно, я бы ее брал бы. Так, я вот не помню. Я, по-моему, там был. Очень много вот этих личинок здесь. Удара, хорош. Так, храмуля. Хороший дом. Ой, ё-моё. Значит, все-таки вылупляются, да? И, ребят, надо возвращаться домой. Опять же, инвентарь заваленный. Весь. Вкусняшек дофига, все это унести, ну, не получится. Поэтому, хочешь ты не хочешь, надо возвращаться. И ходит он возле них аккуратно. Значит, все-таки их можно, ребята, как тебе сказать, взбаламутить, что они начнут... Ну, вот сейф мы когда вскрывали, ты слышал? Звуки пошли, шорохи, и они начали активироваться. Но, тем не менее, здесь хорошо мы лутанулись. Такой солидный лут. То есть материалы, ресурсы, медная проволока. Ну, то, что мне нужно было. Там, для починки. Как бы прекрасно. Еще там до сих пор, ребята, можно лутать. Я просто вернулся из-за того, что ни патронов, ничего нету. Как бы опасно было уже там находиться. И крысы. Крысы так и не ловятся у нас. К сожалению, ребят. В городских парках крыс больше нету. Я не могу себе сделать хорошего, нормального супа. Так, давай выложим. Это разберем.
Это тоже разберем. Так, сейчас посмотрим средство от диареи. По-моему, я могу же его делать. Нет, не хватает травы. Я могу его делать, но не хватает травы. Вот, починить. Сервета. У меня... А, у меня и патронов нету. Но это ничего, сейчас мы сделаем. Нет, не сделаем. А сколько он делает стрел? 20. 20 стрел. Так, выкладываем. И забираем арбалет. Дробовик, конечно, надо бы как-то сделать, постараться. Хм. Не буду я пока делать. Так, что у нас там? По настроению все кислое. Можно, в принципе, шмальнуть, дунуть. Ой, сколько картошки, ё-моё. Сколько, друзья мои, картошки, а? Даже не знаю. Так, а мне этот не нужен все равно. Давай хоть приготовим, я не знаю. Чернухи. Два куска, да? О, смотри какой, запеченный картофель. Но траву мне жалко. Может улучшать настроение, не хочу. Так, быстро восстанавливает выносливость. Выносливость тоже какой-то бред. Пробовал я эту выносливость, ничего не помогает. Так, сейчас выйду, зайду. Чисто для того, чтобы сохраниться, ребята. И будем на сегодня мы закругляться. Все, сохранение. Ну что, друзья мои, тогда давайте до следующей серии. Там уже начнем лутать. И все-таки надо уже понимать, что нам вообще нужно делать. Потому что всех поубивали. Остался только лишь большой брат. И где-то девчонки. Девочка маленькая убита. Ну, может быть, надо туда сходить, чтобы отметилось. Потому что мы ходили. После этого мы сами умерли и получили поставку. Да, так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.